Мы очень зависимы от России. Вот налоговые маневры. Когда-то мы получали от переработки нефти, российской нефти у нас, покупали у них нефть без таможни. У нас таможенный союз. Нет между нами торговли с пошлинами, там, таможенными какими-то налогами и прочее. Свободная торговля. Мы без таможенных пошлин туда поставляем товар, они нам. Но они настояли, чтобы мы, продавая нефтепродукты Украине и другим, часть денег им отдавали. Потом увидели, что это много. Ну как? Ну много просто. Ввели этот налоговый маневр, то есть у себя ввели на нефть налог на добычу полезных ископаемых, то есть таможенной пошлины вроде нет в торговле нефтью, в частности, и газом. Ну, в данном случае нефть. Нету таможенных пошлин. Но они увели налоги, нефть подорожала. Это значит, наши два нефтеперерабатывающих завода оказались в невыгодном положении по сравнению с их заводами, потому что они добывают, они у себя перерабатывают на НПЗ и продают. Они могут маневрировать. Более того, сейчас дошли до того, что то, что НДПИ забрали, то сейчас возвращают этим НПЗ. Нашим заводам не возвращают. И нефть сразу подорожала, нас подводят к мировой цене. На что я публично в Питере последний раз сказал. Ну что ж, раз так, тогда мы вынуждены будем закупать с рынка нефть. Я прямо им сказал, на переговорах открыто. Мы имеем три варианта, просчитываем поставки нефти на свои заводы. Более того, мы эти заводы в этом году в основном модернизируем. Они уже будут прибыльными, когда мы купим дорогую нефть в Средиземном или в Черном море или на Балтике. Мы купим, переработаем, и мы не будем в убытке. Но 25 миллионов тонн нефти мы можем сегодня переработать, и мы эту нефть привезем на рынок России. Там они же сейчас поставляют здесь. Сейчас мы возьмем, допустим, иранскую, там, американскую, саудовскую, эмиратов арабских. Вот недавно шейх здесь был, мы вели переговоры. Мы у них возьмем эту нефть и переработаем. Вам это надо? Вы потеряете рынок минимум 20-25 миллионов. Надо? Не надо, уверен. Ну так давайте договариваться. Не получается. Поэтому мы прорабатываем разные варианты. Одесса, Броды вариант использовали. Железнодорожным транспортом с Одессы поставляли. Это дороже, если по Одесса, Броды тут пароводом, это в два раза дешевле. Что удивительно, самый маршрут выгодный оказался по поставкам с Гданьска, с Польши, через Польшу в Беларусь. Мы перемычку сделаем, на два завода будем поставлять сразу. Но из четырех ниток нефтепровода «Дружба» мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не с России нефть пойдет, а оттуда к нам. Это надо России? Не надо. Но это не рычаги давления, это поиск альтернативы. Третье направление – это через порты Литвы и Латвии. И везде мы втягиваем или подтягиваем интересы транзитных государств. И если мы через Украину будем поставлять, ну так мы готовы Украину в этот проект привлечь, потому что вам же нужны эти нефтепродукты, давайте вместе работать. Сейчас наши бизнесмены купили какую-то нитку. Прикарпат-Захид-Транс. Да, купили. И уже пробную партию прокачали, где-то 8 тысяч тонн. Мы готовы и здесь работать.